Вас приветствуем на программе «Субботняя школа» Заокским университетом. Вновь в нашей студии наши коллеги, братья, преподаватели Заокского университета. Мы начинаем изучение восьмой главы книги пророка Даниила. И я попрошу начать с памятного стиха. Пожалуйста, Борис Геннадьевич. Тот ответил, пройдет 2300 вечеров и утр, и тогда святилище будет очищено. Спасибо большое. Восьмая глава очень интересная. Здесь вновь происходит переход от арамейского языка, которым закончилась 7 глава, 28 стих. Ну и, собственно, переход на еврейский язык. Мы уже говорили неоднократно о том, что Даниил использует два языка для того, чтобы весть, которую он передает, была понятна как языческим народам, то есть на часть арамейская. И, то, что, и еврейская часть, то, что должно быть понятно его народу, евреям. Угу. И вот восьмая глава, она повествует нам о том, что Даниил вновь видит какое-то видение. Давайте мы, прочитаем, давайте мы прочитаем текст с первого стиха и до четвертого. Шел третий год правления царя Валтасара, и было мне Даниилу еще одно видение после того, что я видел прежде. В этом видении я увидел себя в крепости Сузы в области Ламской у реки Улай. Осмотревшись, я заметил, стоит на берегу двурогий баран. Рога у него были высокие, причем один выше другого, и тот, который выше, вырос позже. Видел я, что этот баран бодал своими рогами все, что было от него к западу, северу и югу. Ни одно животное не могло справиться с ним, и не было от него никакого спасения. Творил он, что хотел, и гордился своей силой. Вот одна сила представлена в виде барана, и еще одна сила, которая здесь будет представлена с 5 стиха, мы с вами прочитаем, и до 8. «Пока я раздумывал над увиденным, неожиданно с запада появился козел. Он несся через всю землю, не касаясь ее, у него между глазами был весьма приметный рог. Козел устремился к двурогому барану, которого я заметил на берегу, и бежал к нему, исполненный сильной ярости. Видел я, как он приближался к барану, как свирепел на пути к нему, и как, ударив его, сломал ему оба рога. Не устоял баран перед ним. Козел повалил и растоптал его, и некому было его спасти. Козел же гордился своей силой более прежнего, но на вершине могущества его большой рог сломался, а вместо него выросли четыре весьма приметных рога, обращенные четырем э, ветрам небесным. Спасибо большое. Эм, неужели Даниилу важна вот эта борьба между вот этими домашними животными. О чем он нам хочет сказать? Что, о чем идет речь? Что это за... Если это историческая реалия, то давайте мы будем говорить о том, о чем здесь идет речь. Третий год уже правления царя Валтасара. Уже перед этим мы поговорили о тех страшных животных в предыдущей главе. Два года прошло. Два года прошло, и он пытается повести нас чуть-чуть дальше и, естественно, вот этот баран, который представляет собой с двумя рогами, это как раз не что иное, как Медоперсия. А об этом идет речь где-то? Судя по тексту, да. это видно. Да, да, да. Авен или баран? Само описание себя Само себя объясняет, конечно, да. здесь возникает вопрос. Братья, почему же все-таки, ну, ему уже было это показано, и во второй главе об этом уже шла речь, о смене империй, уже и в седьмой главе об этом шла речь, вновь о смене империи. Для чего он опять об этом здесь говорит? Пожалуйста, Евгений Владимирович. Да, действительно, третий раз уже используются символы для того, чтобы продемонстрировать одно и то же. Но вот то, что здесь, в этом видении, представлены домашние животные, животные, которые использовались в обряде жертвоприношения, как бы смещает акценты с исторических каких-то событий, с политических, с политических событий, событий, да, на то главное, что в самом центре вот этого видения, это видение о 2300 вечерах и утр, связанных с очищением святилища. Это то, то что здесь, будет в центре. Да, да, да. В центре вот этого видения это э, святилище, которое должно быть очищено mm -hmm. в конце определенного опять же символического времени. То есть, иначе говоря, он представляя нам вот это вот видение о борьбе тех империй, тех государств, о которых и он знает, и мы уже, читая, собственно, с первой главы, мы о них знаем уже, он пытается смещать акцент на какие-то более важные вещи, которые были ему интересны на тот момент. Но времени. Вы же сами отметили, что эта глава уже на еврейском языке. Соответственно, он пишет ее. Для того чтобы было понятно евреям. И понятно, что, как сказал Евгений Владимирович, описание жертвенных животных оно как раз не случайно здесь, оно четко показывает, к чему клонит Данил, что он пытается объяснить своему народу. И вообще, такое впечатление возникает, что Данилу показана борьба на двух уровнях, которая происходит: то есть, есть земной уровень на котором борются царства между собой, на котором сталкиваются какие-то политические силы. А есть уровень небесный, уровень, может быть, невидимый для человека, не всегда ощутимый, на котором тоже идет определенная борьба. И вот эта борьба, она связана с тем, что происходит со святилищем. И вот эти вот два момента здесь э, находятся во взаимосвязи. Но мы уже упомянули э, барана и козла. Это действительно жертвенные животные. Это, может быть, еще до конца не раскрывает э, полностью эту тему. Давайте мы прочитаем дальше с 9 стиха, потому что здесь, есть, э, здесь кроются еще какие-то элементы, э, ну, намекающие до какого нам текста на это. Но ну, мы с вами читаем до, э, до 14 стиха. От одного из них вышел еще один рог маленький, он очень сильно разросся, простершись на юг, на восток и к прекрасной земле. Дотянулся он даже до воинства небесного и, сбросив часть этого воинства и звезд на землю, попрал их. Держался он высокомерно и противоставлял себя предводителю того воинства, лишил его ежедневных жертвоприношений и разрушил само святилище его. И воинство, и ежедневные жертвоприношения были отданы ему из-за отступничества, и он повергал на земь истину и в том преуспевал. Потом я услышал речь одного святого, а другой святой у него спросил, «До каких пор будет длиться то, что явлено в видении о ежедневном жертвоприношении, преступлении, несущем с собой запустение и попрание святилища и воинство. Тот ответил, пройдет 2300 вечеров и утр, и тогда святилище будет Очищено. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, это одна и та же власть? Вот небольшой рок в седьмой главе и вот этот небольшой рок или малый рок в восьмой главе, или это две разные вещи? Нет, это одна и та же власть. Но проблема здесь усугубляется тем, что у нас два повествования в двух главах, и они на разных языках. Нет, да, мы... но тем не менее, тем не менее, очень много общего. При описании а, маленького рога в предыдущей, седьмой главе, да. написанной на арамейском, и при описании малого рога а, в восьмой главе, очень много общего при описании этих двух символов. Угу. Это позволяет нам все-таки сделать вывод. Идентифицировать. Речь, да, да, речь идет об одной и той же силе. Правда, в восьмой главе, а, как бы уже было отмечено раньше, а, Обращается внимание на небесный аспект, небесную составляющую mm -hmm. этой, этой проблемы, да. да. И, наверное, мы должны сосредоточиться именно на этой составляющей. Она для нас, как для Церкви, и имеет сегодня куда больше значение, чем события истории, политические события прошлого. Mm -hmm. И еще что-то? Да. Но ну вот смотрите, почему мы говорим, что это одна и та же власть? Мы с вами очень четко можем идентифицировать козла, который здесь представлен. Это не что иное, как греческая империя. И эти мы знаем угу. с вами этих прекрасно. Четыре рога – это четыре полководца, которые возглавили греческую империю после смерти Александра Македонского. И вот этот как раз рог и там, и здесь он поднимает свой взор или поднимает, узурп, пытается узурпировать власть на небе. То есть мы можем, мы можем сказать о том, что рок в 7 главе, рок в 8 главе, они вовлечены, по сути, это дело в одни и те же и очень схожие действия. Поэтому, наверное, истина на стороне тех, кто все-таки пытается отождествлять эти две власти. Хорошо, спасибо большое. Вот из прочитанного мы можем можем ли мы с вами увидеть еще какие-то намеки на то, что, собственно, акцент с политических вопросов смещается к каким-то духовным свойствам? Ну, тут, наверное, не просто намеки, тут прямым текстом даже говорится о том, что речь идет о святилище, святилище, святилище будет разрушено этим небольшим рогом, он будет противопоставлять себя предводителю воинства небесного, он отнимет ежедневное жертвоприношение, он повергает истину на земь. То есть здесь достаточно откровенно говорится о том, что эта война, которая, которую ведет маленький рок против воинства небесного, это духовная война, угу. в первую очередь. Спасибо большое. Ну, то есть момент, мне бы просто хотелось бы элементы какие-то, которые связаны со святилищем, они здесь, на мой взгляд, они как-то здесь вот упоминаются. Но, ну, во-первых, четыре рога, которые были обращены на четыре ветра небесных. Вопрос в том, что мы встречаем подобные символы во святилище, потому что э, у жертвенника было четыре рога. Да? Да. Вот, э, и причем мы знаем о том, что рог символизирует всегда, э, это образ власти. Вы помните, что происходило с человеком, который, который апеллировал к божественному суду, к божественной справедливости? Да, он, он прибегал, было такое правило, да? он должен был прибежать к святилищу, взяться за, за роги. роги жертвенника, таким образом, таким образом он говорил о том, что он требует и ожидает божественного правосудия. Но кроме того, здесь ведь еще речь идет о том, что этот рог, он, он пытается отнять ежедневное, как здесь написано, ежедневное жертвоприношение, о чем идет речь? Но ну, мы знаем, и в предыдущей главе мы как раз говорили, когда шло описание суда, о том что Иисус как раз занимается mm -hmm. тем что ходатайствует за нас да ведь да, что да. такое жертвоприношение для чего оно это происходит таким образом прощение грешника когда люди приносили жертву они таким образом пытались получить прощение но здесь используется очень интересное выражение в еврейском языке да здесь Тамид. используется выражение тамит да, да, да. да. тамит это ведь не только жертвоприношение нет конечно да. Это, вся совокупность, это вся совокупность ритуальных действий, верно, да. Которые, да, в принципе, да. Да. Это, это все, да. каждый да. день. Совершенно верно. Спасибо большое. То есть это вот то, что делал священник каждый день, да. э, начиная от жертвоприношений, заканчивая тем, что он представлял, э, по сути дела человека грешника представлял. И перед именно Богом. это пытается узурпировать этот маленький рог, да, разрушить просто это. А, еще один очень интересный момент связан с тем, что э, он Нападает на само место а, святилища. Вот то, что здесь вот в новом переводе сказано: Само святилище его. А, вот используется интересное выражение Макон в еврейском языке. То, что ну, я напомню, да, может быть, мы что-то еще, ну, вы что-то скажете по этому поводу. Два слова очень интересных есть, очень похожих в еврейском языке. Есть слово «макон», что означает «место, которое Бог выделяет для своего присутствия», а все остальное «маком», то есть не имеющее отношения к этому, угу. да, как правило. Поэтому по сути дела то, что здесь делает э, вот этот небольшой рок, он нападает на вот это вот место, на то, что Господь считает своим основание э, святилища. Хорошо, спасибо большое. Э, возникает очень такой вот непростой вопрос. Сам Даниил является свидетелем вот этого интересного диалога, э, когда э, один святой спрашивает у другого святого, до каких пор вообще будет э, длиться то, что явлено в видении. Скажите, пожалуйста, может быть вопрос несколько провокационный. Зачем нам вообще нужно сегодня вот э, это знать? Может быть это дела давно минувших дней? И сегодня в Новом Завете, когда мы живем уже в Новозаветной перспективе, когда Христос умер на кресте, когда уже совершилось наше спасение на кресте, Господь нам даровал оправдание, прощение грехов. Насколько нам необходимо вообще знать и разбираться в этих вещах? Может быть, для нас это даже более актуально, чем для Даниила было на самом деле, поскольку. Книга Даниила завершается тем, что Бог говорит, что те пророчества, которые Даниил изрекал и которые он записал в своей книге, они относятся к последнему времени, они относятся к концу. И для нас они тоже важны. То есть то, о чем пишет Даниил, оно касается не только событий, которые происходят в его время или время близкое к нему, но они касаются и тех событий, которые простираются, в общем-то, до самого последнего времени. Угу. Ну, давайте просто к библейскому тексту обратимся, он очень четко Пожалуйста. об этом поводу говорит. Смотрите. «Когда он говорил со мной, я, потрясенный откровением, лежал ниц на земле, но он коснулся меня и поставил на ноги, и он сказал мне, послушай, я поведаю тебе о том, что произойдет в последние дни, дни гнева, ибо видение твое относится к определенному Богом времени, времени конца». Поэтому, поскольку мы сегодня исследуем священное Писание, и мы живем, мы смотрим на то, как меняется история, поэтому, конечно же, для нас очень важно. Всегда люди пытались знать, когда будет конец, да, когда будет конец этого мира, когда наступит конец всем этим беззакониям, угу. которые происходят. И поэтому мы исследуя книгу Даниила, четко видим, что она как раз эти пророчества относятся к времени конца и не уделять этому внимания. Для нас это настолько актуально, как сказал Антон Анатольевич, что же это происходит. Духовная борьба, политическая борьба, да, она важна, но на самом деле сегодня идет самая главная битва, это за наши сердца, за наши души, за нашу вечную участь. И вот об этом как раз здесь и говорится. Причем это подчеркивается несколько раз. Да. Три или четыре раза используется одна и та же фраза, mm -hmm. что это видение относится последнему времени, к <последним, последним дням, ко времени конца. Вот 26-й текст об этом же. Это не спосланное тебе откровение о вечерах и утрах, от истина, но ты держи его в тайне, ибо оно относится к дням далеким. Конечно же, Данилу трудно было понять э, сущность, значение вот этого загадочного видения, потому что оно не связано было с его временем, с его эпохой с теми событиями, в том числе и в духовной жизни, которые э, происходили э, в его дни. Э, речь в этом видении все-таки относится к событиям будущего, причем очень далекого будущего. Если э, истолковывать э, вот это пророческое время 2300 вечеров и утр, согласно библейского принципа день за год, это очень далекое будущее. Для, один, для день, для нее. один день в пророчестве равен одному буквальному году. Да. Ну, есть такой принцип э, истолкования э, временных, временных изикили, пророчеств. Да, этом, если, скажем, э, не понимать эти пророческие периоды э, вот так символично, а истолковывать их буквально, то мы, конечно же, столкнемся с серьезнейшей проблемой. Как угу. можно говорить о отдаленных временах? Или о времени конца, если 2300 вечеров и утра, это 6,5 лет, буквальных угу. лет. Не так уж много. Да? да, да. Это очень короткий промежуток времени для истории спасения в целом. На самом угу, деле спасибо. Евгений Владимирович абсолютно просто верно говорит о том, что э, эти вещи достаточно серьезно относятся к последним временам. Потому что Данила, по сути дела, волновал только один вопрос. Когда закончится пленение? Вот это, это то, что ему было близко. Когда да. закончится время Вавилонского пленения. Вот это он понимал, вот это он ожидал. Почему и с Валтасаром он так уже достаточно э, говорил пренебрежительно, потому что понимал, буквально через несколько часов его жизнь закончится, да? когда мы изучали пятую главу. А здесь он просто в недоумении, потому что действительно для него это было трудно понять. Он не мог даже, наверное, себе представить, что Бог имеет такую отдаленную перспективу истории развития планеты Земля. Меня волнует такой вопрос. Новозаветные тексты вообще о чем-то подобном вообще говорят? У нас есть в новозаветных, вот в корпусе Нового Завета, у нас есть какие-то идеи, которые мы могли бы сопоставить с тем, о чем говорит Даниил. Ну, безусловно, это книга Откровения. Вы имеете в виду тоже какие-то да, периоды, свя временные связаны, с... не, не временные, нет. а связанные именно вот с тем, что здесь вот этот вот эта власть, она претендует на какие-то божественные прерогативы. А, конечно, конечно это конечно. послание к евреям. Да, Апостол который... Павел даже Посланники пишет евре... послание фессалоникийцам. Он говорит, что э, в последние дни явится тот, кто будет превозносить себя. Вот человек э, греха, Он человек греха, году, да. да, который сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. Это как раз прямое описание, прямой посыл на книгу Даниила. Угу. Упоминание а... антихриста э, апостолом Иоанном. Антихрист тот, кто вместо угу. приходит вместо вместо Христа. Христа. Да. А, то есть, иначе говоря когда идет речь о том, что, когда Павел говорит послании к фессалоникийцам о том, что придет Антихрист и сядет в храме Божьем, речь не идет о храме Земно. в Иерусалиме да. земном. Да? Нет, конечно. Хорошо, спасибо большое. Ну и, собственно, тогда возникает вопрос. А на каком основании мы вообще… Есть ли у нас какая-то определенная точка отсчета? для того, чтобы оперевшись на нее, мы могли бы отсчитать 2300 вечеров и утр. Что это за точка отчета? Понимает ли э, Даниил, о чем идет речь в данном случае? Ну, в данном случае, наверное, пока в восьмой главе он еще не понимает. Это вот, потому что восьмая глава заканчивается э, словами, что... Даниил пишет: Я встал и продолжал по-прежнему служить царю, но был в ужасе от этого откровения и не находил объяснения увиденному. То есть, пока еще, по-видимому, объяснение, которое он получил, этому видению от ангела, оно не было полным. Еще что-то оставалось недосказанным, еще что-то оставалось непонятым. И, наверное, следующее повествование следующая глава Даниил, mm -hmm. она раскрывает когда это будет уже до конца 77. и там уже дается да, да какая-то исходная точка отчета потому что здесь в 8 главе 14 стихе говорится до какого времени да до коли то есть сколько пройдет какой период пройдет и когда это закончится, но не говорится, когда это начинает. Ну вот смотрите, как интересно, с 15 стиха, если мы с вами прочитаем, угу. вот э, с 15 по 17, мы видим, что Данил как-то пытался это понять, да? Да. Угу. И тут же я услышал над водами улая человеческий голос, обращенный к нему, Гаврил, объясни ему то, что он увидел. Тот, кого он назвал Гаврил, он набрался ко мне. При его приближении в страхе полниц человек сказал, Гавриил, тебе надо понять, что видение – это о времени последнем. Это Гавриил сказал да, Даниилу. Данил, да, Даниил, да. Гавриил сказал. Тебе надо понять, что видение относится к последним временам, да. То да, есть... Да, да, пожалуйста, да. Евгений я, я хотел бы вот еще раз обратить внимание на этот принцип истолкования. День за год. Да, который мы используем. Дело, дело в том, что очень часто нам приходится слышать критику в адрес... Mm -hmm. вот, подобного принципа, на каком основании мы используем именно этот принцип, чем, чем мы mm -hmm. руководствуемся. Да, да, да. Да. Ну и, наверное, отвечая на этот вопрос, нужно обратить внимание на особенность еврейского мышления – вот, для которого э, свойственно использовать вот эти понятия день и год взаим, как взаимозаменяемые понятия. Да, да. Просто один библейский текст, чтобы не быть голословным, который показывает нам вот эту, очень ярко показывает эту да, взаимозаменяемость. Да, очень интересно. Да, да. Книга «Бытие», глава 47 и 9 текст. Это Иаков беседует с фараоном и говорит ему буквально следующее – День странствования, дней странствования моего – 130 лет. Дней – 130 mm -hmm. лет. Малые несчастные дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Вот Чуть один буквально очень, текст, да. который использует и день, и год взаимозаменяемые. Таких текстов в Библии очень много. Да. Это вот особенность еврейского восприятия дня и года. Ну и еще вот один важный момент, на который следует обратить внимание. Вот эта особенность исчисления времени, если можно так сказать, в пророчествах, вот в этих образах каких-то, да, Безусловно, эти символы, эти образы указывают на какие-то э, вот, реальные вещи, вещь, вещи в истории. Mm -hmm. И мы не понимаем буквально эти, эти символы, эти образы, они указывают на что-то большее. Mm -hmm. Да, и поэтому те временные промежутки, которые упоминаются в этих. Э, Пророчествах, символических, образных, мы тоже должны понимать символичность, а не буквально. Наверное. Вот тут такая вот корреляция должна быть, да. И, конечно же, 2300 вечеров и утра как мы уже отметили ранее, вот у, у нас нет другого варианта, как интерпретировать их в контексте вот этого принципа, день за год. Потому что в следующий раз, когда мы будем изучать следующий урок, вот, и ну, вот это видение о семидесяти седьминах, mm -hmm. мы поймем, что э, этот период, семьдесят седьмин, как раз-таки представляет собой часть того большого периода в две тысячи, mm -hmm. вечеров. Года. Ну, еще, может быть, пару моментов я бы добавил. Во-первых, э, может быть, э, это будет интересно и важно знать, что, э, Использование принципа День за год в пророчествах это абсолютно не какое-то изобретение адвентистское да, да, или да, нововведение нет. адвентистское, потому что до нас. Это, этот принцип использовали и в свое время, там, в третьем веке Климент Александрийский, потом в XI веке использовал я еврейский, еврейский комментатор Раши, который, угу. кстати говоря, я напомню, он именно этот текст Даниила 8.14 перевел на 2300 лет. Угу. Ну и, собственно, еще один момент, который хочется сказать вот, в, в подтверждении вот этому тексту из книги Бытие, угу. хотя таких текстов много конечно же вот когда дани когда давид дает поручение и своему близкому другу и говорит если отец у тебя спросит куда пропал давид и где он находится скажи что он пошел в вифлеем у него у его рода жертвоприношение годичное жертвоприношение да а в еврейском тексте говорится жертвоприношение дней mm -hmm. то есть вот mm -hmm. тоже такое вот отождествление дней и годов спасибо большое за это обсуждение еще один вопрос который хочется поднять в связи с нашим уроком в связи с этой непростой темой хорошо возникает вопрос что мы мы не знаем пока что с какого момента нужно отсчитывать 2300 но мы знаем о том что произойдет в конце да здесь говорится тогда святилище очистится. О чем идет речь? Что это такое, насколько это важно сегодня для нас? Ну, наверное, буквальный смысл э, э, вот этой фразы не так сложно, не так просто понять будет. До этого несколько раньше э, в 11 стихе, когда говорится о том, что делает этот маленький рог и как он противостоит воинству небесного, небесному, его предводителю говорится о том, что он разрушил святилище, да, он э, восстал против Бога и против э, места его святилища. И теперь 2300 дней или 2300 лет спустя святилище должно быть э, очищено, сказано, да, и это же слово может означать, что оно будет восстановлено, да, если оно было разрушено, да, оно э, было осквернено и будет очищено, или э, буквальное значение оно будет оправдано. Угу. Да, то есть э, произойдет нечто, что э, позволит служению в этом святилище, служению искупительному э, продолжаться и снова совершаться. Спасибо. Я хотел бы посмотреть на вот этот вопрос или эту проблему, которая здесь затронута в связи с небесным святилищем в историческом да. ключе. К сожалению мы вынуждены признать, что в истории христианской церкви имело место исполнение этого пророчества, потому что вектор спасительный вектор, он оказался направлен на земной храм, угу. на институт земного, земного священства. священства, на земной алтарь, на земную жертву, на земное таинство. И истина о небесном святилище и о служении Христа, как истинного первосвященника, угу. вошедшего в небесное со своей кровью вот. – эта истина в буквальном смысле оказалась низвергнута свергнута на землю силой вот, э, э, власти того малого рога. Э, ну, наверное, в предыдущем уроке э, вы уже Мы идентифицировали, идентифицировали да, да, что да, что это маленький власть. рог да, э, это власть, которая э, сосредоточила все внимание верующего человека, грешника, нуждающегося в спасении, сосредоточила на Земном храме, и, конечно же, конечно же, важнейшая истина о служении Христа как истинного первосвященника, вознесшегося и восевшего одесную Отца своего небесного, mm -hmm. да? истина, которая представляла собой главное. Для, для ранней церкви, потому что мы знаем, автор послания к евреям, он в восьмой главе, кажется, да, в первом и втором тексте а, называет вот эту истину о служении Христа в небесном храме, как истинного первосвященника, главным. Главное, главное же о, то, о чем говорим, есть. Там, да. И он говорит именно об этом. Вот это главное оказалось не то, что второстепенным, оно оказалось совершенно забытым. На века, на века. И только... По окончанию вот этого периода в 2300 вечеров и утра происходит восстановление этой важнейшей истины mm -hmm. в лоне молодого адвентистского движения, то есть оправдывается то самое главное, что было а, предназначено самим Богом в плане спасения грешного человека. По сути дела, на самом-то деле мы видим, что написал апостол Павел к Тимофею. Было попрано вот это понимание Христа как единственного посредника, да, он так и пишет. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком Иисус Христос. А вот то, что произошло на протяжении вот этого определенного промежутка времени, это истина, она просто ушла в небытие. Появляется земной священник, который выступает в роли посредника. Вот то, как раз о чем мы говорили, забирается или уничтожается вот этот Тамит, mm -hmm. вот это посвященное служению особо. Мне бы хотелось сказать и напомнить и нам, и э, нашим слушателям, и зрителям, о том, что фактически Даниил, когда использует слово, ему уже говорили о том, что он очень избирателен в вот в этом подходе к, к тому, как он использует слова. Он использует слово не связанное с ритуалом, да? Угу. «святилище очистится. Это не столько ритуальный глагол, сколько глагол из судебной такой сферы, то есть он использует непривычное для святилища слово кипер, да, очищать, а он использует садак, которое означает фактически восстанавливать в правах, оправдывать. оправдывать, да, и это очень важный момент. Но возникает вопрос у меня такой последний вопрос, к сожалению, наше время подходит к концу что мы, как верующие, и зависит ли от нас, как от верующих, э, так скажем, момент, связанный с тем, что вот, о, о чем говорится здесь. Тогда святилище будет очищено или восстановлено в правах, оправдано. Что от нас зависит, чтобы осуществить то, о чем говорит здесь пророк Даниил? Ну очищение святилища, если мы уже будем говорить о том, поскольку вы упомянули уже об этом, это связано с судебной системой, это начало суда. И от нас зависит о том, чтобы, и я думаю, это и есть отличительная черта церкви Дентистов седьмого дня, что нам поручена трехангельская весть, которая как раз и предупреждает жителей этой планеты о том, что мы живем с вами в то время, когда начался суд, когда святилище очищено очищена И мы должны приготовиться к самому главному событию, вселенскому событию, это второму пришествию Христа. Спасибо большое. Здесь перекликаются как раз-таки эти два видения, предшествующие седьмой главы, где тоже представлена сцена суда, небесного суда, и видение о 2300 вечерах и утре. Введение об очищении небесного святилища. Дело mm -hmm. в том, что в еврейской ритуальной практике дню очищения земного святилища предшествовали как раз-таки судные дни? Mm -hmm. Речь идет здесь об одном и том же, но уже не в земных реалиях, а в небесной реальности. То есть можно ли сказать о том, что наша определенная, так скажем, задача вот в некотором смысле, она заключается в том, чтобы исследовать эту истину, об этом говорить, об этом провозглашать, чтобы сделать эти вопросы для людей понятными, доступными, то есть это тоже, так скажем, это наша часть, связанная с тем, что мы возвращаем сознание людей от, так скажем, земных каких-то вопросов земных реалий к небесному. Я думаю, очень важно отметить, что адвентистское движение, как движение, именно зарождается в связи с тем, чтобы возвестить или возвеличить истину о небесном святилище угу. и о служении Христа в небесном святилище. И, наверное, Должно. здесь еще можно отметить, что э, вот это оправдание, оно происходит еще и э, через э, наше свидетельство, которое мы являем этому миру, Безусловно. И через нашу христианскую жизнь, через наше посвящение Богу, исполнение Его воли, потому что Бог тоже оправдывается, Он не только оправдывает нас, но Он и сам оправдан в глазах всей вселенной через свой народ, через жизнь да? нас, как жизнь, людей, наша, нас, как христиан, его именем, да. Ну что ж, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Я вас сердечно благодарю за участие, за ваши вопросы, за ваши ответы. Уважаемые друзья, мы приглашаем вас присоединяться к нам в исследовании Священного Писания. А также напоминаем о том, что в скором времени в издательстве «Источник жизни» выйдет очень интересная книга под названием «Надежда на все времена», автором которой является известный проповедник и евангелист Марк Финли в соавторстве с Лореном Уэйдом. Исследуйте Священное Писание, присоединяйтесь к нам в исследовании уроков субботней школы и будьте благословенны. Всего вам доброго, до свидания.